О, клад! Ой, много мне. Необычную находку обнаружили во время весенних полевых работ горожане. Это видео в редакцию телекомпании ОТРАР прислали жители одного из микрорайонов Шымкента. На место обнаружения странного ящика незамедлительно прибыли полицейские. Люди в погонах оцепили территорию. Сотрудники правопорядка беспокоились, что в железной коробке может оказаться опасный груз. Убедившись, что ящик не представляет угрозы, его решили открыть. Благо, замок за долгое время пребывания в земле не заржавел. Крышка поддалась почти сразу. Среди массы отверток, гвоздей и прочих железок был обнаружен предмет, похожий на женское золотое украшение. А вот работали тут, копали. Он наткнулся на ящик и нашли клад. Ну, наверное, никому не отдадим, себе оставим его. Счастливые обладатели браслета уже отправили его в Астану на исследование. По мнению археологов, украшение неплохо сохранилось. Я не знаю, как браслет мог попасть к вам в руки, но он может относиться к уникальным археологическим экспонатам. И если он подлинный, то, судя по времени изготовления, мог принадлежать женщине знатного сословия. А по определению стоимости, даже приблизительной, сейчас не может быть и речи. Но надо все детально изучить. Учитывать историческую ценность, художественное исполнение. Подобные вещи можно найти на западных рынках, и там стоимость может колебаться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Но окончательные выводы делать пока рано. В детстве я всегда зачитывался книгами, где герои искали и находили клад. И всегда сам мечтал найти свой сундук с золотом или драгоценностями. Надеюсь, именно сегодня мне и повезет. Говорят, что это место в Шымкенте довольно необычное. Итак, попробуем. Шудин Саидов, Галамжан Ерназаров, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.